дорога к Зарайску станет безопасней. В районе Алтухова и Новоселок в настоящее время ведется установка катафотов. Это светоотражающие элементы, которые располагаются на крутых поворотах, затяжных виражах и других потенциально опасных участках в целях повышения безопасности дорожного движения в темное время суток. Катафоты смонтированы в дорожное полотно. Их задача – помочь водителям сориентироваться в условиях плохой видимости или при обильных осадках и тумане. При наезде колес автомобиля на катафот водитель почувствует характерную вибрацию и шум. Специфический звук от проезда по этой части дороги должен заставить его уменьшить скорость движения. На сегодняшний день уже установлено более 100 тысяч катафотов на дорогах регионального значения. Людмила Смирнова, Герман Беляев, студия «КВАН», Зарайское кабельное телевидение.